Спецтехнику высокой проходимости подготовили в Приморье для отправки на передовую. Квадроциклы и болотоход отправятся в помощь бойцам уже через несколько дней. Сегодня по поручению губернатора Приморского края Кожемяка Олега Николаевича подготовлена партия мотоциклетной техники высокой проходимости, это именно квадроциклы, а также багги для передачи нашим бойцам в зону специальной военной операции для выполнения задач боевых уже непосредственно на линии боестолкновения. Данная техника пригодится как разведывательным группам, эвакуационным группам, ну и, скажем так, она имеет такие достаточно широкий спектр решения боевых задач. Надеемся, что уже через пару дней эта техника уже будет в руках наших бойцов, они смогут ее эффективно применять по противнику. Помимо этого, также передаем партию маскировочных сетей, которая также пригодится для обустройства позиций наших боевых товарищей и, как говорится, противодействия средствам поражения врага. В ближайшее время еще планируется отправка техники высокой проходимости на фронт для выполнения боевых действий. Эта поддержка имеет большое значение не только для технической оснащенности наших войск, но и для моральной поддержки бойцов. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.